В Твери специалисты районных администраций продолжают проверять качество уборки дворов и осуществляют контроль за работой управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Мониторинг ведется во всех районах города в постоянном режиме. В зимний период перед управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК стоит целый ряд задач по надлежащей уборке снега силами дворников и с привлечением техники, которые расчищают не только дворы, но и площадки перед подъездами, а также подходы к мусорным контейнерам. На период интенсивного снегопада в управляющей компании обязательно дается телефонограмма о работе в режиме повышенной готовности. Если брать эти выходные, к примеру, то можно сказать, что в понедельник, в принципе, все придомовые территории были вычищены, что подтвердилось нашими обследованиями. Специалисты районных администраций регулярно проверяют состояние придомовых территорий и осуществляют контроль за тем, как управляющие компании производят уборку дворов, посыпку тротуаров и очистку крыш от снега и наледи. Там, где управляющие компании недолжным образом справились со своей задачей, были составлены предписания. При неуполнении предписаний также были подготовлены материалы об административных правонарушениях. За минувший месяц административной комиссии Твери было назначено наказание в виде штрафа в отношении 13 управляющих компаний за несвоевременную очистку кровель от наледи. О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий можно сообщать в отделы благоустройства администраций всех районов областного центра.